Антонюк Яков, 11 лет, город Санкт-Петербург, обращение к президентам воюющих стран. Я обращаюсь к тем, кто привык проблемы решать только оружием. Я словом хочу достучаться до самых жестоких сердец. Мы ваши дети, мы ваша совесть. Война породила в сердцах наших горесть. Дикая ярость, бездумная сила, битва друг с другом вас так изменила. Что же вы делите? Землю? Богатство? Ваши амбиции, ваше же рабство. Мы ваша совесть, мы ваша надежда. Дети без крова, еды и одежды. Дети без ласки, любви и заботы. Дети, убитые вашей работой. Люди, одумайтесь. Люди, очнитесь. Все, что вы любите, все, чем гордитесь, все исчезает бесследно навеки. Дети, лишенные вашей опеки, вас призывают. Вернитесь, довольно. Землю родную калечит безвольно. Пусть воцарится любовь на планете. Верьте нам, взрослые, мы ваши дети.